Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду. Максим Горький. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Новости культуры». Поговорим о пище для души и усладе для сердца. В Иркутском областном краеведческом музее имени Муравьева-Амурского появились тактильные копии памятников истории и архитектуры столицы Приангарья. Это модели старейшего здания Иркутска, храма во имя Спаса нерукотворного образа, а также зданий областного краеведческого музея, католического костела, академического драмтеатра имени Хлопкова. Как отметили сами специалисты, новые экспонаты помогут особым посетителям познакомиться с основными достопримечательностями Иркутска. Театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова открылся в Иркутске. Торжественное открытие состоялось на театральной площади около Иркутского драмтеатра. Гости церемонии увидели представление с участием героев пьес Александра Валентиновича, танцы и вокальные номера, выступление духового оркестра. В фестивале принимают участие 12 коллективов из Белоруссии, Абхазии, а также Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Ачинска, Екатеринбурга и других городов. А сейчас информация для тех, кто планирует культурный поход в ближайшее время. 23 сентября в библиотеке «Родничок» в 2 часа дня мастер-класс «Тигр вышел погулять». В этот же день в 16:00 в ДК «Энергетик» 5-й муниципальный фестиваль творчества «Байкальские мотивы». Одновременно в библиотеке номер 6 час актерского мастерства «Волшебный мир кулис». 24 сентября в 11:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки программа «Волшебное яблочко». А в 12 часов в «Нефтехимике» музыкальная программа для детей «А где компот?». 28 сентября в полдень и в 15:00 в «Энергетике» «Кот в сапогах». А в школе искусств номер 3 в 18:30 сольный концерт Сергея Колесова. В пятницу 29 сентября в 5 вечера в ДК «Лесник» день открытых дверей. Славная осень, морозные ночи, яркие тихие дни. Нет безобразия в природе, и кочи, и моховые болота, и пни. Все хорошо, под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Стихами Николая Некрасова завершим сегодняшний выпуск. Осень – пора раздумий и неспешных прогулок. Время для принятия правильных решений. Я желаю вам бодрости духа и гармонии. Помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания!